Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет. Предлагаю вам поговорить по душам сегодня. Вот там внизу, ниже, есть перечень пунктов, 9 пунктов. И у меня к вам вопрос. Я думаю, если мы правильно, а правильно это значит искренне, вот из своего сердца ответим на эти вопросы, кроме искренности больше ничего. Больше ничего не требуется. Просто искренне, от всего сердца. Если вы ответите сейчас на мои вопросы, глядя на перечень внизу, то в вашей жизни, возможно, что-то произойдет. В моей, во всяком случае, произошло и происходит. Я периодически устраиваю себе такие душевные встряски. Скажите мне, пожалуйста, что из этого списка, я уже думаю, что вы прочитали это, для вас сегодня является самым главным, самым важным. Один пункт. Выберите из всего списка один единственный пункт. Пометьте номер. Второй вопрос. А теперь ответьте и напишите на бумаге для себя. Потратьте на это время. Почему вы выбрали это? Почему вы выбрали этот пункт? Например, свой собственный бизнес разбогатеть. Или, например, посмотреть мир, путешествовать. Или, например, помочь детям купить жилье, квартиру. Или, например, иметь больше свободного времени. Или, например, но неважно, почему вы выбрали это. Ответьте, дайте себе ответ на этот вопрос. Искренне. Третий вопрос. Я все-таки хочу понять вместе с вами. Почему вы выбрали именно этот пункт? Почему вы выбрали, например, именно то, что вы выбрали? Вот этот пункт. Почему именно это? Отвечаете? Складывается в голове ответ. Если бы меня спросили, почему я выбрал разбогатеть, сделать карьеру, получить признание, то я бы ответил, что я такой человек. Я без этого не могу. Мне нужно обязательно реализоваться. Мне нужно получить то, что каждый день толкает меня в спину, что каждый день не дает мне покоя. Я должен быть удовлетворен. Если у вас есть потребность, объясните себе, почему именно это вы выбрали. Следующий вопрос. Четвертый. Скажите себе сами, и мне в том числе, и мне, между прочим, что произойдет с вашей жизнью, если вам никогда, никогда, никогда не удастся получить то, что вы выбрали? И ваша жизнь будет продолжать двигаться в том же русле, в котором вы пребываете сегодня. Что произойдет? Как будет выглядеть ваша жизнь? Ответьте себе. Не односложно. Не одним предложением. Разверните ответ. Как будет выглядеть ваша жизнь, если вы никогда не получите это? Например, если вы никогда, никогда не сможете дать образование своему единственному сыну. Потому что у вас нет денег. И он останется без высшего образования и не реализует свой талант, который у него есть. Который вы в нем воспитали. Но из-за денег, из-за этой маленькой причины, ваш сын не получит то, о чем вы вместе мечтаете. Или, например, другой выбранный вами пункт. Почему он не будет реализован? Что произойдет в вашей жизни? Как она будет выглядеть? Напишите, 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 напишите. И последнее.
Скажите себе честно, вас волнует это вообще все? То, что может произойти, если вам никогда не удастся получить то, о чем мы тут сейчас говорили. Вас это волнует? Если волнует, то напишите прямо сейчас, почему вас это волнует. Ответьте на этот вопрос. Итак, что для вас самое важное из этого списка? Почему вы выбрали это? Объясните. Почему именно это для вас самое важное сегодня? Что произойдет с вашей жизнью, если вы никогда это не получите? Как будет она выглядеть? И если вас это волнует, то почему? Напишите себе на бумажке. И с вами произойдет нечто. Особенно, если вы каждый день будете заглядывать в нее. Вся проблема в том, чтобы заставить себя захотеть получить то, чего мы хотим. Если мы знаем, чего мы хотим, самое важное осталось – заставить себя захотеть. Давайте попробуем. Напишите, и мы поговорим завтра. Удачи!